У Ханы выходной. Поздний вечер. Но маленьких автобусов нигде не видно. Куда они могли спрятаться? Попробуем еще. Я знаю, что могу лучше. На повороте номер 3 обходит номер 4. Быстрее, быстрее! Стой, Робби! Попробуй догони! Думаешь, я не смогу? Попался! Ты выиграл! Теперь твоя очередь водить. Ребята, вам пора спать. Невероятная скорость! Ханна, можно мы еще поиграем? Совсем немножечко. Нет. И, кстати, Таю, Роги, вы знаете, что играть в салочки на станции опасно? Можно мне еще чуть-чуть посмотреть телевизор? А мне еще потренироваться. Все-все, будьте послушными машинками. Ну ладно. Нас всегда заставляют ложиться рано. Вот-вот, я совсем не хочу спать. Но мы должны слушаться Хану. Мне бы хотелось не спать допоздна, хотя бы один день. Мне тоже. И мне. Да. Сито! Привет, Сито! Доброе утро! Доброе утро, Хана! Доброе утро, друзья! Вижу, все уже встали. Вы что, уезжаете? В соседнем городе будет проходить большой фестиваль тур-автобусов. Да, и мы с Сито в нем участвуем. Большой фестиваль! Это здорово! А когда вы возвращаетесь? Завтра примерно к обеду. Только завтра! А вы ведь без нас справитесь, правда? Не волнуйся, все будет хорошо. Ребята? Конечно! Можете ехать! Надеюсь, вы не собираетесь играть всю ночь, правда? Конечно нет! А? Ну и ну. Ладно, ну тогда до завтра. Смотрите, не набедокурьте тут. Хорошо! Приятного путешествия! Пока! Они вернутся завтра, верно? Да! Значит, мы можем не ложиться до утра! Да! Давайте устроим танцы, когда вернемся с работы! Точно! Вперед! Таю готов был петь, стоило ему вспомнить о том, что он не должен рано ложиться. О, привет, Шайн! У тебя счастливый вид! Ага! Хана уехала в соседний город и вернется только завтра! Что тут хорошего? Пока ее нет, мы можем не спать, сколько захотим! Шайн, хочешь, приходи в гости? Прости, но боюсь, у меня нет времени для развлечений. О, ясно. Очень жаль. Ладно, рад был поболтать. Пока! Подожди! Я бы сказал «да», если бы ты упрашивал! Ну вот! Я первым приеду домой. Как бы не так! Роги! Роги! А мы первые! Эй, постойте! Ребята, подождите меня! Ура! Я еду смотреть телевизор! А я поеду тренироваться! Чем займемся мы? Я знаю! Играем в салки! Я буду смотреть телевизор всю ночь напролет! Заезжаем... Продолжу то, что не закончил вчера. Таю! Эй, капуша! Ах ты так, значит, дразнишься! Таю! Начинается финальный раунд! Сегодня нас ожидают интереснейшие заезды! Два финалиста, номер 7 и номер 4, сразятся за первое место! Итак, участники стартовали! Из-за них я даже телевизор не слышу! Гони вперед, номер 4! Ну вот, почти доехал. О! Я-то думал, что наберу 90. Что-то голова кружится. Похоже, Ганни слишком долго смотрел в экран. И
Если бы Хана была здесь, она бы мне помогла. Ладно, попробую сам. Как же я узнаю, что со мной не так? О, точно! Нужно встать вот здесь. А что же дальше? А? Он автоматический! Это проще, чем я думал. О, только вот боюсь мне не понять, что все это значит. А? Я всегда мечтал туда заехать. Приключения Тайо. Тайо! Тайо! Куда же он делся? А! Вот он где! Заметил! Тайо, хватит уже прятаться! Почему? Я тебя поймаю, Тайо! Итак, финишный круг! Машины идут в корпус, в корпус! Мы не успеем! Эй, вы! Что вы вытворяете? Я из-за вас ничего не увижу! Ребята! Хана просила не играть без салочки! Перестаньте! А еще не смотреть телевизор до поздней ночи! Да? Ну, хватит вам! Эта гонка войдет в историю! Гонка кончилась! С меня хватит! Теперь еще и Лэнни! Лэнни! Может быть, Лэнни хочет поиграть с нами? Из-за вас я пропустила конец гонки! Как же ее подвинуть? Жаль, здесь нет Ханны. А ну-ка, вернитесь! Мне нужно спрятаться! Тайо! Тайо, что происходит? Вам придется извиняться! Но мы же ничего не сделали! Да, мы просто играли! Ах, играли! А ну, стой! Мастерская Ханы вверх дном. Эй, как ты там, Ганни? Спустите меня. Какой ужас. Роги, как его опустить? Я не знаю. Надо позвонить Ханне. Но Хана будет в ярости, когда об этом узнает. Особенно за этот беспорядок. Прошу, спустите меня. Это вы во всем виноваты. Что? Это ты за нами гонялась? Вы же мешали мне смотреть телевизор! Мы ничего не сделали! Что здесь творится? Ребята! Что случилось? Ханна! Сито! Что происходит? Все дело в том, что... Вам лучше рассказать, что случилось. Ханна! Ганни! Ты можешь меня спустить? Как ты туда забрался? Спасибо, Ханна. Ганни, расскажи, что здесь случилось. Я жду. Это я виноват. Я заехал в мастерскую без разрешения. Что? Ганни! Так значит, все это устроил ты? Ганни не сделал ничего дурного. Я должен сказать правду. Пусть мне за это достанется. Ханна! Да? Вообще-то, это я виноват. Прости меня. Что? Это неправда. Мы стали играть здесь в салки. Прости нас. Это я стала за ними гоняться. Это моя вина. Если бы я не заехал в мастерскую...
Эх вы! Нам очень стыдно! У нас большие проблемы! Что нам делать? Я не знаю! Никто не пострадал? Что? Вы могли серьезно пострадать. Что за негодники? Вас следовало бы ох как наказать. Но так как вы признаете свою вину, мы так и быть простим вас. Вы правда не сердитесь? Я больше не буду. Я тоже. Я каждый день буду ложиться спать, как только мне скажут. Ладно, ладно. Ой-ой-ой, нам предстоит большая уборка. Я могу все убрать. Я тоже. Я тоже. Что ж, будем работать все вместе. Иногда Ханна бывает строгая, но наши маленькие автобусы все равно ее обожают.